старые дворы, да? У меня здесь девушка жила. Ну, видишь? Знакомая. Пойди, может, она еще нет, живет? Она уже в Москве. Она в Москве давно. Ага. Уже и сколько ей? Нет. Ну, так, примерно, я говорю. Сейчас тебе скажу, 71. Бабушка. 71. Вот тут помню пивные бары были такие, да, да, там, да, 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 да. И с той стороны, они, и с этой, да. Да. Вот. Они вроде бы и остались. А что не видно? Стороны, нету, в подвал надо, да, было, да, спускаться. Вот, а здесь... там? А это раньше был штаб. Но это как-то наверху, это. А вы с моря приедешь, как навалишь одну кружку пива? Ну так сильно выпила, что просто так она идет. Розовое такое, а малиновое. Она белявая. Маша говорила, сегодня и вчера, я только не знаю, где музей денег. Я его постоянно стягиваю. Я их, да, как новые доставы, все там рубли, да, это там валюта. Там еще и паспорта разных стран. В общем, вчера и сегодня за даром. А на день рыбака тоже такой за даром вход в этот, в Ашернеро. Мы с Женей ходили, и нам еще и повезло. Там, видать, сотрудника Ашернеровского, вот. Знакомые пришли, и он им экскурсию делал, и мы там были. И мы тоже все слышали, так интересно. Ну, у нас когда-то этот валик водил с этой, с Тамаркой пустил. Да-да. Дал чувака какого-то местного с этого, и он нам показал чуть-чуть этих рыбок. Морского черта. Да. Тогда бум был, бум. Телефон где-то заболокал. Если видели, слышишь, если видели фотографии, дореволюционные фотографии, помнишь, там такие постройки на набережной, помнишь, не? Александровская, это самая набережная. Так вот они хотят, я слышал проект, что они примерно хотят восстановить все. Ну, все не восстановишь, естественно, но эти сооружения элементарно восстановить, проект разработать, додать того сего. Ну да. Маша, дай торбу. А у кого? Торбу. Яку? Вот ту. Зачем? Мы подойдем, Жека, подойдем к этому чуть-чуть, не? Или мы пошли. К этому, к мой. Что такое? Яшенька. Смотри, травка зеленеет. Зеленеет. Травка. Ласточка с весной в синий к нам летит. Раньше это вот остался спортивный. Мы тут купались сейчас... с дедушкой, да, и бабушкой. Да, я знаю. Ну, вечером ходили всей семьей. Только не здесь, а вот туда дальше. Тут были, ну, не знаю, так, где, типа, но были такие камни. Там ступенечек не было, там было такое, да, камушки, мы тут это... Вот правильно ты говоришь, Женя, туда дальше. Бо там и слег моржей был. Не, это, слушай, это 60-е годы, Маш. Какие там моржи? Не, вот у нас моржей не было. Ну, не здесь же моржи, вот там были. Просто вечерком ходили с дедушкой, с бабушкой, ходили вот туда. И вся семья, и бабушка Анюта, и еще, ну, вся семья ходили тут вот покупаться вечером.
В этом ну году... или нам спуститься с горы, господи. В этом году у нас и море машина не замерзало. Это ерунда. А года да, три назад так сильно замерзло. А в этом году не замерзало совсем море. Мы... Даже льдин не было. То было мы прогоняем льдины, чтобы покупаться. А это даже все время... Смотри, какой происходит. Транспорт плывет, а? Ага. Ну, видите, цистерны. У нас здесь не дыра. У нас здесь серьезно. И откуда он, за границы? Нет, а нет, это не российская. Или из России? Это же где-то наш, здесь, по Черному морю. К дороге при... Я не думаю, что... Ну почему? Турки с нами они гандлируют, хоть там сюда. Это. Они и так гандлируют сюда. Там. Да, они уходят уже сюда. Господи, вот это я к блогеров смотрю, они ругаются, что это клубника плохая у них. Говорят, все заполонили, а наша... Помидоры, может быть. Как это татарский город? Ну, Бахчисарай. Бахчисарай, говорит, наша клубника бахчисарайская лучше. Конечно. Конечно, да. Естественно. Их клуб. А сейчас смотри, на горе да уже нет, концерт, да, идет? Ну да, там. Но уже на людей, да. Смотри, да, уже мало уже идет. Все уже спускаются, да. Да, да, да. Это уже остатки. Дай концерт не будет вечно. Мы же тоже пока спустились. Пока мы спустились. Да, он уже, может, и прошел. Да, уже, да. Что там было? Мы тут ушли. Сейчас да. Да, видите, хорошо. Ну, пойдем, пойдем.